Послание Отца Абсолюта от 9 января 2024 года. Освобождение шишковидной железы. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу более подробно поговорить с вами о шишковидной железе и ее роли в вашей жизни. Ее активация требует от вас особого внимания, поскольку она является для вас главной антенной, принимающей энергии высоких вибраций. И об этом прекрасно знают дракорептилии. Потому сделали они все возможное, чтобы лишить вас этого самого важного из всех ваших тонких органов чувств и заглушить вашу связь с Творцом и вашими собственными высшими божественными аспектами. И теперь, чтобы вернуть себе эту способность, вам следует приложить немало усилий. Вам предстоит освободить вашу шишковидную железу из панциря забвения, в котором она оказалась из-за влияния на нее не только негативных энергий и программ трехмерного мира, но и различных рукотворных элементов и химических веществ, коими напичканы ваши продукты питания, лекарственные препараты и средства личной гигиены. В последние годы в этом вам помогают идущие на Землю новые высоковибрационные энергии, которые постепенно освобождают шишковидную железу человека от плотных энергий третьего измерения, в плену которых она оказалась. Но до конца довести эту работу предстоит вам самим. И сделать это вы можете путем повышения ваших вибраций, что ускорит процесс ее распаковки уже изнутри. Для этого я хочу предложить вам практику, которую мы так и назовем – освобождение шишковидной железы. Но приступать к ней можно лишь после того, как вы уже полностью активируете свои верхние чакры, шестую и седьмую, поскольку именно с ними наиболее тесно связана ваша шишковидная железа. И вот в чем заключается данная практика. Поставьте на себя защитную сферу, призовите своих небесных помощников и войдите в довольно глубокое медитативное состояние. Постарайтесь как следует прочувствовать ваши шестую и седьмую чакры. Для этого вы можете использовать практики для их активации, которые давались вам в двух предыдущих посланиях. Затем мысленно соедините энергетически шестую и седьмую чакры, проведя таким образом одну из линий вашего золотого треугольника. Дождитесь, пока обе эти чакры начнут вибрировать в унисон. И только после этого соедините их с вашей шишковидной железой, тем самым завершив геометрию вашего золотого треугольника. Почувствуйте, как наполняется ваша шишковидная железа совокупными энергиями, которые излучают ваши верхние чакры, и как постепенно растворяется сковывающий ее панцирь из плотных энергий трехмерного мира. Постарайтесь уловить момент ее освобождения. Это будет похоже на маленький энергетический взрыв, и, скорее всего, вы ощутите тепло, разливающееся в затылочной части вашей головы. Через какое-то время уже весь ваш золотой треугольник запульсирует в единых вибрациях, и вы почувствуете необыкновенную легкость в своей душе и во всем вашем теле. Именно так может проявиться заключительный аккорд триединства ваших тонких органов чувств, соединяющих вас с божественными аспектами вашего бытия. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерный Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».